С вами магазин mao77.ru. Сегодня делаем обзор детской видеокамеры. Представляется в такой вот коробочке. Значит, есть в розовом с желтым и вот синий с желтым цвете. Значит, в комплекте у нас инструкция, шнурочек для удобства переноски, кабель для зарядки и синхронизации с компьютером. Ну и сама камерка. Вот такая вот компактная, удобная, легкая детская камера. Детям понравится. Значит, что у нас здесь? Экран 2 дюйма. Значит, разъем для зарядки. Слот для карты памяти. Поддерживает микрокарты памяти до 32 гигабайт. Так, здесь у нас кнопки управления. Непосредственно отверстие для микрофона. Непосредственно запись. Кнопка записи, кнопка включения, переход по меню. Давайте попробуем уже включить камеру. Здесь у нас светодиод отображает. Итак, удерживаем. Камеру включили. Ну, вот смотрим. Видите, камера снимает. Сейчас она нам, естественно, ничего не снимет, потому что карты памяти нету. Отображает у нас, видите, нету карты памяти, уровень заряда батареи, и отображает дату, запись даты. Собственно, так, здесь у нас можно выбрать окошко, то есть такое какое-то менюшка, то есть интересные фотографии сделать, то есть фильтр такой определенный, чтобы сделать фотографию. Ну, и здесь нет SD-карты, не дает он нам выбрать, естественно. Здесь у нас меню, можно настроить, так, качество, штамп, дату, включить, выключить микрофон, вот меню, частота. Собственно, такой вот краткий обзор, такая вот хорошая детская камера. Понравился вам товар, ставьте лайки, покупайте в магазине mao77.ru, детям вашим понравится.